Привет! Привет! Вы на канале Наташа. Сегодня мы будем открывать вот такую коробку. Еще один новогодний подарок. Дед Мороз тебе прислал, да? Ничего себе, тоже какой-то очень большой подарок, да? Ну что, открывай. Ладно. Разрывай. Помочь тебе? Нет. Что там? Самолет! Самолет? Какой ты хотела? Покажи же нам скорее. Покажи же скорее самолет. Я не тоже хотела. Вау, это самолет, который будет летать, Наташа. Мы его потом на улице сможем запускать. Дай-ка я посмотрю. Вау! Сейчас. Вот он какой. Он будет летать на улице. Remote control. Ты сможешь с пультом в руках. Вот он пульт. Вот это пульт. Вот. И ты сможешь управлять пультом. И самолет твой будет на улице летать. Вот это да. Классная штука. Как здорово. Покажу мне. Давай, смотри. Вот у него обратная сторона коробки. Вот так он будет летать. Вот показан мальчик, он стоит внизу, а самолет летает вверху. Так, и здесь все написано, что нужно делать на пульте управления. Написано, что им очень легко управлять, и он легко может летать. Вау, классно. Ты хочешь его открыть сейчас? Да. Ну, давай, на ножницы. Готово. Готово. Разрезай везде весь заклеенный скотч. Оп, здесь просто очень. Угу. Ну вот тут с этой стороны тоже надо отрезать. Вот с этой стороны еще отрежь. Я еще не хочу. Какая прекрасная игрушка, да? Называется Hawk, Street Hawk. Или уличный ястреб, Street Hawk. А там что-то еще есть непонятное. Что-то еще есть непонятное. Сейчас мы разберемся, все, что там непонятное. Так, открываем. Да, вот он тут пульт. Давай, доставай. Так, а здесь что-то здесь еще. Сейчас посмотрю. А здесь инструкция. И flowing car. Control, remote control. И... Видимо, нужно будет еще и подзаряжать что-то. Сейчас разберемся. Мама, это не достается. Два маленьких пропеллера. Это сломается. Давай я помогу тебе достать. Так, вот он, пульт управления. Сейчас, Наташа, сейчас я отсоединюсь. Так, вот он сам этот самолет. Вот у него. Ай, пульт. Ай, пульт. Доставай пульт, а я вот отсоединяю самолет. Я отсоединяю. Сейчас я вижу, а ты сможешь. На, держи самолет.
Вот он какой самолетик. Покажи его поближе. Он мягкий? О, у него он очень легкий. Он очень легкий. Он сделан из какого-то очень легкого материала, как будто это пенопласт. Похоже на пенопласт, а сверху вот сделаны вот такие наклейки. Поэтому, конечно, он очень легкий, поэтому он сможет хорошо летать. Тут вот пропеллеры будут крутиться. Какой? Очень классный, замечательный какой? Самолет. А, вот где-то. Так, сделали его. Сейчас посмотрим, как сделали. Сейчас я достану. Машина! Машина! Летает машина! Сейчас он как машина. Ну, сейчас он как машина. Он же должен, конечно, и разбегаться еще, да? Ну, а вот у нас пульт управления. Мы с ним разберемся, что здесь нужно делать. Здесь вот проводочек подсоединяется. Заряжать. Что мы его дома зарядим. Это, наверное, сюда одевается куда-то. Крышечка. Там стулья, самолет. Посмотри, это как вот, он да, это вот так вот закрывается. А батарейки нужно. Так, а вот здесь вот нужна отвертка. Это нужно здесь открутить. Сейчас я посмотрю. Я крутил. Сейчас надо выкрутить. Батис, пупис, батис, пупис. Они мои, но хорошие. Ну вот, Наташа, как ты мечтала, да? Тебе нет, самолет. Нет, я видел самолет вот такой. Другой? Да. Ну, видимо, Дед Мороз подумал, что ты хочешь вот такой. Да, это ничего страшного. Он будет летать отлично. Он поэтому специально так сделан, таким легким, чтобы он мог легко подниматься в небо. Вот он как ездит, да, как машина. Все правильно, он должен хорошо ездить. Какой самолетик. Приехал к тебе. Осторожно. Так, ну вот, я тут сейчас открутила. Теперь можно. Теперь, сейчас я это хочу. Попробую что-то. Попробую вытащить. Вот так. И вот сюда вставляются 1, 2, 3, 4, 5, 6 пальчиковых батареек. Покажи, покажи. Вот, видишь? Как много, да? Ну да, нужно будет сюда вставить 6 батареек. Хорошо, мы потом вставим батарейки и отправимся запускать самолет. Ну а пока, всем пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока. Пока. See you soon. Пока. Bye-bye. Увидимся скоро. Увидимся скоро. Спасибо за внимание. Пока. Спасибо за внимание. Пока. 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 Пока.